Церковный праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня был установлен в память обретения креста, которое произошло в IV веке в Иерусалиме. По преданию его нашла мать императора Константина Великого, царица Елена. Она организовала раскопки, в ходе которых была обнаружена пещера гроба Господня, а неподалеку три креста. Узнать тот, на котором распяли Христа, помогло чудо. Больная женщина, прикоснувшись к нему, получила исцеление. Главные праздничные мероприятия в этот день совершались в церквях. Вернувшись из храма, крестьяне приступали к своим повседневным делам и заботам. Однако название праздника нашло отражение в народных поговорках. Воздвижение на Руси называли также «вдвижением» или «сдвижением», словами, обозначавшими какое-то движение, изменение состояния. «Пришло сдвижение, кафтан с шубой сдвинулся», — говорили в народе, подмечая, что зима придвигается, а лето и осень отодвигаются. Праздник был постным. Считалось, что кто на воздвижение постится, тому 7 грехов простится. Чаще всего в этот день ели капусту и блюда из нее. На воздвижение у доброго молодца капуста у крыльца. «Смекай, баба, про капусту, воздвижение пришло», — говорили люди. За 3 дня до праздника кочаны было принято убирать с огорода, а далее в течение недели, а то и 2, крестьянки занимались заготовкой капусты на зиму. Обычно это делали сообща, на капустных вечерках, которые сопровождались шутками и байками. Продолжались в это время и девичьи вечерки. Существовало поверье, что если девушка, собираясь в этот день на посиделки, 7 раз прочтет особый заговор, то ее полюбит приглянувшийся ей парень. А вот важных дел на воздвижение начинать было нельзя, иначе все могло пойти прахом. Запрещалось также ходить в лес, где в это время медведь себе берлогу устраивает, а леший осматривает свое царство. Готовились к зиме и змеи, которые прятались под трухлявые пни и лежали там без движения. Говорили, что если змея на воздвижение кого-нибудь ужалит, то не сможет уползти и спрятаться от мороза. В это время уже случались заморозки, но они еще не были страшны.